39-летний актер и 31-летняя певица разорвали свои отношения. Ченнинг Татум и Джесси Джей вновь пополнили список свободных звезд. В окружении бывших возлюбленных подтвердили, что они перестали быть парой. Молодые люди решили расстаться без лишнего шума, взаимных обвинений и претензий. Татум и Джей остались друзьями и продолжают общаться. «Там не было никакой драмы», — отметил близкий друг знаменитости. Звездный роман долгое время оставался тайной. У Ченнинга тянулся бракоразводный процесс с Дженной Деван. Они были женаты с 2009 года. Молодые люди воспитывают совместную дочь. Об отношениях актера и певицы стало известно осенью прошлого года. В западных таблоидах появились снимки папарацци. После этого влюбленные перестали таиться. Они вместе гуляли, ходили за покупками и в рестораны. Ченнинг с удовольствием посещал концерты певицы. Со стороны их роман казался идеальным. Многие говорили даже о предстоящей свадьбе. Ченнинг сделал редкое признание на своей странице в соцсети. В день рождения подруги он опубликовал ее романтическое фото и оставил для нее любовное послание. «Желаю тебе счастливого дня, наполненного любовью и светом. Ты пришла в этот мир и зажгла его. Ты благословила наши глаза, уши, сердце и жизнь. Спасибо тебе за то, что ты есть. Ты особенная. С днем рождения, малышка», — заявил актер. Однако, когда конфетно-букетный период подошел к завершению, перед влюбленными встали насущные вопросы. Препятствия в итоге показались им непреодолимыми. Источник из окружения пары сообщил, что у артистов были разные жизненные приоритеты, сообщает Daily Mail. Кроме того, их любовь не смогла преодолеть расстояние. Джесси предпочитает жить в Великобритании. Ченнинг же не мог много времени проводить в Лондоне. Из-за работы он больше времени должен находиться в Лос-Анджелесе. Кроме того, здесь живет его дочь Эверли, с которой он хочет проводить свободное время. Сейчас актер готовится к судебным прениям с бывшей женой по вопросу опеки над девочкой. Дженна Деван рассказал, что развод с Татумом стал для нее тяжелым испытанием. Сейчас актриса обрела счастье с коллегой Стивом Кази. Они готовятся к рождению ребенка.